А с этой стороны вы видите этот, как он называется? А, Ванишин. Забыла. Вот на Ванишин. Это значит Венеция. И так он отделан тоже красиво, прям под старинную Венецию. Все, все в узорах, каких-то фигурках. Потолки разрисованы здесь такими прям картинами, какими-то необыкновенными. Это вот Ваниша. А вот с этой стороны мы проезжаем Мираж. И вот здесь у них очень такой интересный бассейн, о, этот построен. Видите, камни. И водопад с камней идет. И такая водичка там прям перед миражом. Вот здесь вот будет сейчас их не главный вход. Вот здесь вот за пальмочками здесь вот написано. Видишь, мираж. Заходишь. Ага. Ой, следующий, да, мне очень.